Так, всем здорово, с вами Тёмыч, канал Slam Jam Play. Сегодня, наверное, у нас заключительная серия нашего мегалодона. У нас осталось... сколько у нас осталось? У нас осталась Барбара Коронова. Какой получается пятый босс? Да? Так... Я тут немножко вне записи, так скажем, чуть поднаделал себе зеленых вот этих вот атомных очечков. И получается, что с прошлого раза улучшил вот эту хвостовую катапульту на два раза и импульсный эхолокатор. Так, и вот этот, значит, восстанавливающий здоровье хрень тоже. Получается, что теперь мы делаем, включая эхолокатор, делаем вот так. И типа все в районе оглушается, происходит урон туда-сюда. И если, допустим, я, кстати, не проверял, поставить, например, ради интереса, вместо сердечка поставить эхолокатор, то, по идее, ну-ка... не, я думал, больше будет. Он просто быстрее набирается. Может быть, он и быстрее оглушает, сейчас посмотрим. Ну, рыб он глушит что-то как-то слабо, блин. Вот, ну-ка. Ну вот, что-то у него уходит совсем мало. А вот моряков очень хорошо долбит. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, что-то тоже как-то. Я так до конца не понял, насколько он круто помогает, но в любом случае, в принципе, из таких ништяков. Так, обратно ставим улучшалку здоровья. Из таких ништяков получается либо 15% защиты от урона, либо либо хвост. Ну, потому что эти штуки, они вместе хорошо работают. Тут скорость хвостовых выстрелов, там все. Вот. Так что что, поехали Барбару. Как ее, Барбара, да? Барбару. Поехали Барбару гасить. Вот, кстати, у меня сейчас должно восстанавливаться здоровье-то. А, вот оно восстанавливается, вот красное. Ползет, ползет, ползет. Отлично, отлично. Куда я все время плыву, то куда непонятно, что там. Эх, двойной сальтешник, прикольно. Давай, дуй. Хвостом раз. О, аж выкинул ее, нихера. Вот она приземлилась. Нихрена мне удар. Иди сюда. Вот она. Что-то не особо она, кстати, в битках написано. Сейчас прикольно, хоть в башке можно драться. Ох, ох, нихера, это просто удар хвостом. Локатором тебя еще. Блин. Нихрена. Так. Надо найти опять какое-то кормовое место. Ну-ка. Красота. Красота. Так, ну здесь более-менее кормовое. Наверное. Не знаю. Так. Так. О, хорошо, высота. Так, надо теперь сначала выбесить лодки обычные. Так, моряки. О, джип, ну-ка. Ну-ка, по джипу сейчас дадим. Ну-ка. Нет, джип не ломается. Надо либо уж сделать. Так, я жру, народ, где ваши эти лодоньки? Ну чё?
есть. Какой у нее просто, как она быстро плывет. Ну и что, я народ живу просто так, что ли? Где? Вот он. Сейчас супер хвостом. Иди сюда. Так. Оглушаем. Удар. 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 Есть. А теперь пир. Так. Ну что, не приплыли? Ну-ка, иди сюда. Как она круто их жрет. Не звали, до свидания. О, все, как комета улетела. А где еще корабли-то? Темнеет. Вот. Вот так. Красота. Где еще? Жрать-то будешь? Так, вызываю патруль. Где? Ну и жру я их потолку, чё. А, вот еще один идет. Ну-ка, иди сюда. Да. Ну и вот, типа, я использую это. Да, по-моему, он не очень круто. Ну давай, 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 давай. Ну еще будут. Где? Где самый-то? А вот нет. Где? Сразу должны быть какие-то эти. Они меня специально туда отпутывают. Отпутывают, че я. Приманивают меня куда-то подальше. Так. И сюда. Она там наглая. Катя. Ой, у нас закинет полоняру. Красота. Не идут враги. Почему? Блин, где Барбара Пейзен? Или как вы там? Чё за... Так, ну-ка еще один. Фига, они слетают. Какой удар мощный, а? Вот, наконец. Ну, малый катер, давай. Где вы есть? Еще один. Блин, они что? А что происходит? Может, игра тупит? Может, тормозит что? Что-то они... Вот там! Ты че? Ты че? Это... Кто борется против Вавилонского братства и их коварных вот планов. Там, уезжайте на меня. Вот так. Вот так. Вот так. Ну ничего. Или мне надо их сожрать, чтобы выплыли. Поможет. Ну давай, пожрем, давай. Тут пир мясо! Человечина! Давай, 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 давай. Этот корабль еще один пример внеземных технологий, полученных Дуайтом Эйзенхауэром по факту о похищениях с инопланетянами от 1954 года. Вообще не понимаю. Где вы все? Они как-то по очереди, блин. Я их расхерачиваю. Нет, что-то не то, что-то тормозит. Человека отправляем на Луну. Вообще просто ушел. Шарлоу. Не, мимо. Так, а где же, где же? О, какие здоровые, вообще красотуля. Так, короче, что-то я не понимаю.
Так, еще раз. Что-то происходит, я не понимаю, что происходит. Кстати, 125, да. Давай сюда попробуем приплыть. Где эта хрень? Где враги-то? Засали все, что ли? Так, вот он есть. Флотилия ужаса поднимает парус, чтобы распространить так, свое красота. Водное владычество. Здесь будем биться. Акулу нахер отсюда. Пошла гулять. Как же круто, вон наконец-то. Так. Просто два удара, жесть. Жрать? Просто все кровище, жрать. Какая жесть. Здесь, блин, акулы есть. Отправляем на Крым. Так, что-то я не понимаю, что происходит. Почему? Почему нет нападений? Они совсем, что ли, там уже... Все, я туплю. Теперь мне нужно еще в определенное место приплыть. То они сами ко мне приплывали, теперь здесь. Все, я понял. Ладно, я приплыву, не вопрос. Прилечу! Конечно, они там убирают, где рыб нет. Естественно, блин. Так. Тайные правители возненавидели эту акулу, потому что она смеялась уничтожить столпы, на которых зиждется храм души. Мать блудницы разврата, так. Барбара Терану. Барбара Терану, гасим. Гасим. Такой же, что ли, этот? Где он? Есть там. Донатор, а может, это не она? Блин, жесть, вообще клево. Что происходит? Дайте отплывут, хоть посмотрю. Ой, бля, у нас тоже повышка. Ну-ка. Уже дней мало, что я забыл как играть. Нет. Так, давай. Что-то написано. Да, давай. Так, долбим. Нет, уже не пойму. Блин, что только так, жизни надо, все, жизнь сваливаем. Торпеда. Так. Жрать, все, жрать. Где акулы, блин, где вы, все? То их до хера, то их нет, блин, вообще. Погнали. Эй, здорово, хер. А, я забыл, у нас же есть этот. Ох, ни хера, там все хорошо пошло. Вообще хорошо,
красота! Есть просто! Не встречал такой хитрый с тех пор, как Бэйб Винкельман пытался поймать щуку в северо-западном Антарии. Убийца, посмотреть задание. Так, каменный убийца. Что такое каменный убийца? Среди этих. Это сделано. И мне дали 375 всего. Ладно, погнали гасить. Где он? Ну, он помечен же у нас. Да. А, они здесь. А вон тут, вот сюда. А, это нужно валить в ту, это самое. Порт Кловис. Погнали. Круто. Кто-то там за мной плывет. Черепашку съем напоследок. Они решили оставить все туда. Ну хорошо. Каменный убийца, а я кто? У меня, блин, все там уже это. Костяной. Я костяной, тут понятно. Вот так, красота. Красота. Да, что-то она оказалась. Конечно, можно списать на некомпетентность 23 нефтяных разлива за последние 5 лет. Но, как по мне, вам стоит подумать о том, что событие спланировано. Старая добрая. Так, кстати, когда появляешься здесь, тут рядом всегда появляются новые эти зеленые салатовые темы. Марко, да, точно, точно. Ты ко мне сюда? Ты чё, Макко? Гаси! Черепаху, чё? Ладно, зеленые эти не появляются, альбиносы всякие. Кого нету. Что мне так мало за эту дали Барбару, блин. Прям мало. Зеленых нету, да? Кого нету? Почему так? Блин, точно вообще. На 3 укуса. Точно, тут лодки вот эти. Ну-ка, иди сюда. Просто 2 удара. Работа была запрещена королевским указом. Ладно, 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 я пошел. Здесь древние королевские Фиджи. Здесь гораздо больше магазинов, торгующих алкоголем и контор, выдающих займы до зарплаты. Где каменный убийца? Красный. Посадка. Сюда. Мои касательно просто. И не получилось. Ну-ка. Иди сюда. Хватит, ты будешь? Хватай. Очередная тебе дам. Нихера ты еще противляешься. А ну пошла нахер. Красота. И в воздухе поймать. О, не получается, Диана. Вот мы. Не так уж много жизни прошло. Я должен был своим преимуществом показать. Ни хера на меня еще убьет, блин. На тебе ударчик. Ни хера себе. А вот так. А вот так. А вот так. Ну-ка, иди сожру тебя нахрен. Еще удар. Войны, войны просто. Ни хера, это она мне еще выкинула. Жесть. Это есть. Смотри, сопротивляется. Ты сожрался? Касатка какая-то злостная оказалась. Черепашкой. Доем чуть-чуть. Подъем. Чё ж там за каменный убийца-то? Никак я не доплыву до него. Вон тебе опять кошелотина какая-нибудь. Бока можно плыть. Не встречал такой хитрюги с тех пор, как Винг Бейбельман пытался поймать щуку в северо-западном Антарии. Счастливого пути. Что значит?
А, несчастливый будет еще такой просмотр заданий. Ну. Так. Радиационное поражение говорит о том, что акула недалеко. Ладно, давай посмотрим, что за акула. У меня сейчас, конечно, все настроено против кораблей. И акула-то меня и касатка вон подолбила немножко. Но надо сейчас просто посмотреть, что за хищник. Может, мы его сейчас это... радиолокациями. У меня сколько? 975. Я могу какую-то обновляшку сделать. Улучшашку чего-то. Сейчас посмотрим. А, это, наверное, такая же акула, как я. Обонятельный центр акулы быка замечает сладкий запах свободы. А, ну это типа... Что ты тут хочешь-то? А, это типа я, короче. Ну давай, ладно, сейчас вернемся, сейчас, секунду. Это такие какие-то типа прохождения. Сейчас. Это не драка, это такое. Это типа, наверное, нужно... Здесь везде этот атомная хрень. Нужно соответствовать. Я же не атом. А чё мне так далеко плыть-то? По-моему, проще. Хотя нет. Немного осталось. Давай, может, поверх или посмотрим. Здорово! Господи. Ладно, я не буду трогать. Мне надо быстрее доплыть. Может, так быстрее будет. Ты просто убийца плывет, блин. Я вас не трогаю, вы меня не трогаете, окей? Не трогаем, не трогаем, не надо этого. Ладно, мне нужно сделать красоту, сейчас я ее сделаю. А я же могу так переместиться, да? Сейчас могу? Я не могу. Потому что все время в какой-то этой. Надо было раньше, но сейчас уже приплыли. Осталось всего ничего. Дороги пошарем. Где он? Гротес. Сейчас мы же ядерное, это атомное. Надо переделаться все в атомное. Так, если что, против кораблей, короче, везде кости ставим, все. Так, почему это горит костяной? А, потому что она включена. Так, все, атом ставим. Так, здесь атом. Здесь атом. Атом. Пост. Атом. Так, по локации, может быть, что-то поставить. Там что другое появилось-то. Так, это у нас тоже эхолокатор. Все, эхолокатор. Так, может быть, поставить вот это вот лучше. Мутагены лучше усваивают. Во. Эхолокатор в топку. А вот-вот-вот, я не читал. Так, это новая эволюция. Обнаруживает цели с помощью эхолокации и на которой... Так, эхолокатора и на короткое время дает бонус к урону по этим целям. Это значит... Ну, так это... А пассивно, используя эхолокатор, вы спускаете пинг, который дает бонус плюс 15% к урону по существам и людям в пределах 20... Блин! Я хочу эту хрень проверять. Но на... А, у меня еще 1500 этих. Так, а что я хотел улучшать? Я хотел улучшать свои вот эти ништяки. 800! Это башка. Это тоже 800. Мне, блин, на 2 не хватит, черт. Даже и не знаю, надо это увеличивать, эту хрень. А эта хрень уже все, она прокачана у меня, да. Вот это не прокачано. Эхолокация. Блин, я не знаю, что делать. Я не хочу ни туда, ни сюда. Сейчас, если... Короче, я просто поплыл, все. У меня усвойство этим мутагеном усвоение. Вот, вот сюда плывем. Если там сейчас будет какой-то кашелотина. Кашелотина, иди сюда, нети, кашелотина. Тоже вмазал, что ли? Не поймал. Да. Буду биться с тобой хвостом. Как тебе атомная угроза? Нихера ты меня тоже бахаешь, блин. Пожрать тебя как?
Серьезно, Сари, со мной? Ни хера, блин. Где? Огненный шар. Так, в принципе, хвостом. Вот эти все, конечно, хвостовые удары, они крутые. Смотри, у меня кошелек, вот это жизнь огня. Я просто вообще не парюсь, потому что я знаю, что его сожру, и все у меня восстановится. Что мне нужно поднимать 1500, блин, токсическую хрень. Ладно, короче, сейчас посмотрим, если там просто все светится. Ой, еще даже не буду. Так, уничтожить их маяк. А маяк сейчас. Хорошо. Пойдем к осаду. Быстро плывет у меня, блин. Вот там, что там. Даже оборачиваться не буду. Просто я наверху пиццевой, блин. Пищевой цепочки. Надо посмотреть, короче, если будет какой-то босс, если корабль, то надо будет перестраиваться. Мы живем во время великих испытаний, и врата для ваших закрытых жилых комплексов не спасут вас. Это точно. Короче, нужно будет перестраиваться на защиту против корабля, а так, если босс будет какой-то рыбный, если он вообще будет, то я лучше улучшу какие-то другие навыки, валяющиеся. Я ничего ему нету. Человечество! Извините, я не смог удержаться. Все-таки инстинкты убийцы дают о себе знать. Поэтому сейчас непонятно, что там впереди. Уничтожить маяк, это сейчас мы будем бросать все, что не попадя в кого-то, ну, в маяк, в смысле, чтобы его уничтожить. Буровые установки сделаны китайцами. Если вскоре услышите об ужасных взрывах метана, навряд ли вы скажете мне, что это просто несчастный случай. Так, вот это кто? Вот это кто? Вот это кто? Пугай? Белых нету? Альбиносу. Нет. Что ты пытаешься тут сделать? Ну что вообще? Мелочь пузатая просто. Так. Всплывай. Эта акула быстра, но, так, боюсь, вот недостаточно. Маяк, да? И что тут делать? Хватили, нет? Тогда рыбы где? Кто на меня нападал только что? И даже никто не нападает. Блин. Тогда мы просто вот так взлетаем. Не знаю, когда человек. Когда человечные будем. О, пришли стрелки. А, лодка, кто? Вот что ж такое-то? Бог, у вас надо ловить. Чего так жизнь уходит? Звуки отпугивающих акул браслетов слились в общем углу. Это охотники покидают свои дома, отправляясь на поиски акулы. Ну-ка, это защита пропала, что ли? Ну-ка, мак, иди сюда. Ну-ка. Да, уходит нормально. Чё, кто-то пожарит? Черепаха. Вот этого марлина. Так, сколько уже это бросать-то можно? Давай. Кажется, это никак не связано с более актуальной угрозой. Не будем сомневаться в плане. Ну что? Слушай, у меня шар, я могу вот так делать, я забыл. Может было и не стрелять, ничего не это. Ну, окей, это какой-то такой типа микрозаданец в конце пошли.
Интересно. О, альбинус. Мое. Они уже забыли об акуле и ее преступлениях. А значит, и награда за поимку от них. Вот это да, 2600. Я теперь могу... 2600, это сколько у нас? 8 на 4. 2400, да, я могу повысить это и это. Наверное. Возможно, это и не нужно, но ладно. Но походим, потому что можно еще те способности повышать, которые эхолокаторы там всякие. Такое. Путь разрушения исследовать. Ну давай. О, выброс мутагена. Можно там поваляться, как собачки? Огромный морской хищник продолжает свой неустанный поход, чтобы показать стране правду о диктатуре нового мирового порядка. 3 400, блин. Так, Марина Рокс, есть здесь далеко. Давай съедим. Так, а у меня тут рядом этот сейчас. Чего я сюда не могу? Я типа всегда нахожусь в поиске, что ли? Похоже, Бобловец забыл о неприятностях с акулой. Но... Где этот самый? Вот он. Ох, вообще шикардосина. Так, 3 400, в принципе. Так, это 800. Непонятно, какая-то ступень. Может быть, там будет еще больше. Так. Либо. Допустим, вот это. Да? Это хрень. Блин, тут еще вот это повышать надо. Совершенно. Так, эволюция умножает цели. Да, цели, я помню, своего локатора. Блин, хочу, конечно, это все повышать. Здесь что у нас? Дальность, силу, скорость хвостовых выстрелов. Давай хвост повысим точно. И еще раз. Все, хвост топчик. Здоровье полюбас повышаем. Все, здоровье топчик, отлично. Так, это есть. И сила теперь 200, дальность поражения. Вообще. Так, а что у нас еще раз? Так, звуковой взрыв и вот эти вот. Ну и может быть что-то, какую-то голову повысить. Сейчас посмотрим. Этот самый рога или хвостовой. Так, атомный снаряд 30 с уроном 140. Давай его, может. А, он у меня... А, его можно 800. Давай как раз. Вот, топчик. Короче, осталось две вот эти. Ну, тут они как бы изо рта у него выходит это мясо, но только при суперспособности, которая долго набирается, а хвостом он бьет всегда. Так что хвост у нас в приоритете. Силы хвоста. Ох, вообще просто. Вот так просто. Бум. Бум. В тюленя просто. На. А все, тюлень готов с первого раза. Блин, а кого проверить? Нужна акулка. Так, нам нужно на задание отправляться вот сюда. Ой, а это еще раздельный старт морские безобразия. Да, попробуем ее. Да, вот в ту сторону. Просто все жесть какая. Ну а комбо проверить хвост. Какая-нибудь акулка есть? Ой, какая красота. А если здесь отваляюсь, у меня не добавится ничего. Ядерного, атомного. Нет. Скоро все тюлени будут такие же атомные, будут жрать акул, вообще жесть. Ладно, где? Что за лодка? Разхерачен. Не берет его вообще просто. Ну что-то так. Что-то как-то мало. Так. О, какой-то этот самый. Блин. Колесо чудес. Отправим шарик туда. Так. Пошел он? Нет. Просто в человека, если.
А этого, по-моему, не было раньше. Кабель, якорь, я там не был. Новое добавили, что ли? Надо исследовать. Помоги! Якорь, не, не получается. Ладно, сейчас вроде кончится. Вот эта бухта, я разве она была? Может и была. Ладно, скорость. Давай. Погнали. Поехали! Так. Ускоряемся. У меня сейчас, кстати, не самая лучшая скорость стоит. Анальный плавник очень важен для стабилизации по вертикали. Так. Какая-то новая микроарена. Чтобы победить, видимо, акуле нужно будет поднапрячься в конце. Как обычно. Нормально. Это еще не конец. Давай. Поразительная маневренность от акулы. О! Ай, не туда, блин. А, не, можно повыше снимать? Давай! Ай, ты блин! Да ты что творишь-то, рыба тупая, ёпта! Ай! А сейчас спокойно. Рекомендую попробовать с темповой тренировки. Я благодаря им 5 километров на 3 минуты быстрее пробегать начал. Короче, надо было ползти слева. Там бы мы слева просто спрыгнули и все. А я что-то выбрал справа, подумал, что сейчас вернусь налево, да не успею. Перспективы так. Так, сейчас нормально, сейчас пройдем. Может, зеленых очков дадут. Но сакуда должен всегда указывать в направлении ее движения. Вот тут вообще-то солдат. Даже время растет нормально. Адреналин из нее так и хлещ. Вот туда, вот, ну как? А, не, ничего, слушай. Я тебя, ты посмотри, а? Это прикол, что ли? Ёб твою мать, тупая дура, давай. Блять, чуть-чуть. Тут наш альфа-хищник опростоволосился. Нет, пока не будем, ладно, сейчас. Надо сожрать моряков, это первое. Во-вторых, я там ставил что-то на хвост, всякие ништяки, чтобы быстрее было. Надо это сделать. А может, блин, конечно. Ну, что-то она атомная, она тупая, блин, она нихера не быстрее. Моряки, жрём. Акула устремила свой взор на треугольный камень этой пирамиды сатанинских интриганов, развивающий ужасный лорд морального разложения и ритуального террора. Адмирала флота Барбару Терранова. Я не понял, ребята, сюда! Прибежав правосудие за свои преступления, акула стала объектом охоты. Вкуснятина! Вот они еще. Вот и жрать-то будешь. Я бы цепляю на вас, смотрю. 6 только. Водички. Вот так. Еще. Так. Еще. Народ, не знаю, как вы, но у меня есть небольшая игла с окситоксин, которую я готов пустить в ход, если меня поймают для принудительных работ на медных рудниках тараканов. Хотя, в принципе, меня стреляли, было пофигу. Так, это что, тема урока яхты, давай. Яхту, блин, может быть, ее, конечно, ну, старое обмундирование, я вот
Так, у нас получается нужно поставить. Так, вот где? Где? Так. Паузу поставил, затупил. Сейчас. Здесь у нас урока яхт. Нужно будет яхты расхерачивать, правильно? 600, кстати, зеленых дадут. Да пойдем расхерачим ее. Че, блин? Че я буду переставить? Мне и так нормально. Пойдем расхерачим. В итоге-то получается, что это не концовка. Я-то думал, все. Барбара это конец, а нет. Какой-то они еще доделали на старых этих аренах. Нужно доделать что-то. Придумали. Интересно. Что там с яхтами? Может, нам сейчас валят? Радость победы мимолет, поскольку биологическое оружие все еще где-то неподалеку. Или это я такой биологический? Оценка ущерба. Остров невезения в океане есть. Так, остров невезения, давай посмотрим. Охота окончена, но это всего лишь затишье в бесконечной борьбе человека и природы. Так, остров невезения в океане есть. Опять моряки. Здорово, моряки! Награда на надо съесть. Акуле следует быть осторожным, пока охотники не потеряют мне интерес. Живет пипец. Чуть сюда. Семь за раз. Шикарно. Сейчас восстановимся 5 секунд. Потому что эти бросаются, товарищи. Все, один есть. Красота. Ну, сваливаем, я тут биться с этими не буду. Просто. Атомную блюду. Так, здесь у нас свободу пляжа. Нам тоже сожрать моряков. И вот эти два у нас пробега идут, да? О, это что такое? Я и моя тень. О, это какой-то... Так, пикантные тени смещают резкий вкус мяса касатки. Уничтожить цель 0-1. Это будет касатка уже такая же атомная, как я, видимо. Вот против нее надо... Я даже не знаю, что с ней делать. Как мы ее будем-то? Так, ну давай еще на пляж сгоняем сейчас. Так, 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 куда? Левее. Куда? Они меня ищут сейчас. Да, сгоняем на пляж. А, за пляж нам дадут чего? Ноль? Блин. Ну ладно, сгоняем все равно. Надо добить пляж уже. Пляж добьем. Вернемся в грот. И надо все-таки прокачать. У нас 900. Битва закончена, но война продолжается. Так. Сгоняем в грот, короче, надо будет повысить что-то, один какой-то ништяк. Улучшится. Вот такой фонарь. Ладно. Здорово, чуваки! Сейчас жизни восстановится маленько. Блин, какая же это крутая хрень с восстановлением жизни. Я даже, наверное, сделаю себе, скорее всего, вот этот ништяк посадка надо будет повысить. Сейчас, секунду. Троих осталось, давай. Ох, нихера не дохнет. Ох, нихера, давай, взять, есть.
быстрее. Замочат. Так, я вот в атомном теле просто тебя валит какой-то. А когда все костяное, вообще насрать, блин. Так, ладно, где грот? Грот, вот он. Погнали в грот. Поиск десятка, ничего себе. Просто. А, ну посмотрим, вот эта пасть. Ускоряется так. Так, сейчас, короче, валим в грот. Охота закончена, и у Фламинго Джо будет неизбежная давка за обналичкой. Я это уже слышал. Так, хорошо, 905. Так, атомная голова, атомные плавники нам не на... А, сердце-то оно сделанное, все, оно топчик уже, да? Оно топчик, все, его не надо. Значит, либо... 2500, а на 2500 не хватит. Эволюция цели с помощью цели, да, понятно. Здесь только на один. Здесь тоже на один хватит. Здесь это у нас получается эхо... Звуковой взрыв, блин. Я даже и не знаю. А, вот что стоит-то получается. Это все топовое. Хвост у нас топовый. Три вот эти, так еще раз, короче. Это у нас сбитый это эхолокатор. Пассивный. Вы используете эхолокатор. И существа в пределах 30 метров получают штраф. 15%. Наносим урон на 7 секунд. Какая-то такая себе. Так, хорошо. Используйте пинг, который дает бонус 15% к урону по существам и людям в пределах 20 метров на 6 секунд. Секунды еще бред какой-то. Так. И звуковой взрыв. Так, локатор, вы используете звуковой взрыв, наносящий до 30 единиц урона и отталкивающие существ сюда в пределах 20 метров. Чем дальше цемп, тем меньше урон. Хорошо. То есть я буду биться с касаткой ядерной. И мне, наверное, это понадобится. И это смогу я усовершенствовать один раз. Либо атомная голова, что, кстати говоря, придется в касатку-то это самое стрелять. И это я могу усовершенствовать. 70 единиц урона. Но получается, где-то если я с ней буду биться при помощи атома, атомного тела. Так, здесь еще раз у нас совершенно дает в атомную энергию. Так, нанося 140 единиц по целям, с которым сталкиваетесь. Также получаете два повышения. Так, суммируется с повышениями от других атомных... Ну ладно, давай вот эту все сделаем, 800. Есть она, топчик у нас, все. Она топчик, 105 у нас зелени остается. Так, ну и что я? Я теперь супер атом. Так, ну ладно, проверим мы это в следующей серии. Уже сколько минут, 45 идет. Наша серия. Так, хорошо, всем спасибо. С вами был Тёмыч, канал Slam Jam Play. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Как вам вообще игруха, боссы и так далее. Дальше будет интереснее.